Торжественное построение. В баскетбол сегодня играют только девушки. Турнир посвящен сильной половине человечества. Спорт, он облагораживает людей. Спорт делает их моложе. Спорт делает их красивее. А в этом турнире, который посвящен у нас Дню защитника Отечества, который будет очень скоро, то есть не только мужчина, почему-то изначально считается, что мужчина защитник Отечества, но Отечество наше защищали всю жизнь и женщины. За пальму первенства борются 4 команды. 2 состава текстильного, Сокольниковская школа и гости из Тамбовской области. Мы планируем, что у нас больше будет команд с области, но вот хотя бы одна команда, Тамбовский аграрный техникум, к нам приехала, можно считать даже и областной. Баскетболистки со станции «Селезни» проиграли команде текстильного со счетом 23-92. Говорят, это игра, а если выбирать, то, конечно, сильных соперников. Приехали мы из Слизни, это находится станция «Селезни», учимся мы в Тамбовской программе колледжа. Сюда приехали, чтобы выиграть, наверное, за победой. Любим играть, ходим на тренировки, на секции разные. Самый наш любимый вид спорта. Нам чуть-чуть не хватило выиграть. Да. Просто мы замерзли, приехали далеко, ехать очень далеко. Просто у нас еще сил не было. Мы отморозились еще. Да, мы еще никак не отогрелись. Ответное слово маршанцев. Девчонки уверены, баскетбол больше, чем хобби. Это образ жизни. И главное – участие. Соперники приехали с Селезни. Конечно, нельзя сказать, что они хорошо играют, но явно преимущество у нас. Интересно, конечно, не из нашего города. Мы уже привыкли играть с нашими соперниками по городу, а это новые. Ну, интересно, хорошо, нужно наигрываться на дальнейшие игры. Девчонки. Вот у нас будет в следующем выходные будет турнир, и тогда очень будет много. Там 4 команды, которые вот сами все будут все сильные. Все. И вот тогда будет интереснее соперничество, будет лучше.